Итоги работы промышленного комплекса «Чувашия» за первое полугодие 2013 года подвели сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли Республики. В целом динамика положительная, но задачи на 2013-2014 годы, значительное решение которых во многом будет зависеть от слаженной работы правительства и предприятий «Чувашия». Подробности встречи в нашем сюжете. В первом полугодии 2013 года, по словам министра Алексея Табакова, индекс промышленного производства составил 86%. Объем отгруженной продукции – почти 60 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций по итогам первого квартала этого года составил 2,1 миллиарда рублей. По предприятиям, обрабатывающих производство. Ну и среди, наверное, таких инвестиционных проектов, которые уже на сегодняшний день запущены и работают, можно выделить проект по Чебоксарской электротехнике «Автоматика», то есть это новые производственные мощности. Здесь реализация данного проекта позволит увеличить объем продаж практически в два раза, почти в два раза, и перешагнуть миллиардный рубеж. И создать порядка 200 рабочих мест. Внешний торговый оборот «Чувашии» за первое полугодие составил 210 миллионов долларов США. Отмечено преобладание импорта. В экспортных поставках лидирует продукция химического производства и машиностроительная. Прибыльно работали 68% организаций, обрабатывающих производств. Убыточно 31% предприятий. Среднемесячная зарплата по «Чувашии» по данным министерства 18 тысяч рублей. Увеличилась к уровню аналогичного периода 2012 года почти на 14%. Право голоса на открытом заседании получили и представители крупнейших компаний «Чувашии». Генеральный директор комбината автофургонов Сергей Васильев рассказал об успешно проведенной работе и пожаловался на нехватку квалифицированных кадров. Светлана Ершова свой доклад начала с проблем. Объем у нас упали на 5%, если в прошлом году мы обеспечили 2,80 миллиарда рублей, то в первом полугодии 2,60 миллиарда рублей. При этом, к сожалению, упала и эффективность. А до сих пор не подписан госконтракт в части производства увеличителя. Тема она есть для обсуждения, там не всегда какие-то вопросы, они от нас зависят. В целом, я так понимаю, по проекту сегодня все утрясено, основные пункты обозначены. О поддержке малого и среднего бизнеса рассказала заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Инна Антонова. Она сообщила о необходимости продолжения работы по освоению выделенных средств на развитие предпринимательства не позднее 31 ноября 2013 года. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.